Ребятулики, ребятулики, всем привет, мои дорогие, всех приветствую на своем канале, только что из банка. Вот такие десюлечки. Значит, все, кто веселились, улыбались, смеялись, радовались, теперь будете огорчаться. Все потому, что в банке исчезла 10-копеечная монета. Теперь настало время мне улыбаться. Пакеты расходятся со скоростью звука. Значит, такой пакетик 100 гривен стоит. Значит, вот здесь написано, сколько тут у нас монет. 233, 323, 224. Короче, вот разное количество. Пакеты просто разлетаются. И те, кто в свое время смеялся, не вкладывал деньги в пакеты, в монеты, вот теперь кусайте локти и будете все у меня покупать. Потому что, значит, вчера был проход на Виолите, мешок 400 гривен, 400 гривен 10-копеечных монет, 800 гривен. То есть, одна монета 2 гривны. Вот, пожалуйста, такой вот интересный момент. Ну, он ожидаемый. Я же говорю, что слушайте мнение экспертов, не будьте самоуверены. И сегодня у меня в загашниках около тонны этих монет, пакетов, в которые я вкладывал огромнейшие деньги. Теперь они будут приносить плоды. Ну вот как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, вайбер всегда мой под видео. С вами король нумизматики, бог антиквариата, император всех бон, голден бой, мега денди, перекупщик.